Мы опираемся на карту 1926 года, утвержденную Армянской ССР и Азербайджанской ССР. Как передает Ахарас, со ссылкой на армянские СМИ, об этом журналистам заявил депутат от правящей партии «Гражданский договор» Арман Егоян. По его словам, есть карты, которые хранятся только в Генштабе РФ. Россия предложила продвигаться по ним. На данный момент для стабилизации ситуации нам предложили последнюю утвержденную Генштабом карту, которая датирована 1974 годом. После этого были изменения, которые не были утверждены. В течение времени произошли изменения, но не везде. Например, на участке Сеф-Лича, гора Гёль, изменения были. В Тавуше тоже, но лишь на уровне колхозов. Отметил Егоян. Он выразил убеждение, что делимитация и демаркация могут многое изменить. Отметим, что Пашинян также отмечал, что произошли изменения на уровне колхозов в некоторых местах. Это в основном относится к отделению от Азербайджана в 80-х годах 7 сел Газаха с территорией 3000 гектаров. Следует отметить также, что о карте 1926 года, которой так доверяет Армения, нет никакой информации. Что думаете вы? Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.